прошлом году я выиграл грант на выжигание для людей с инвалидностью. Организовал кружок. И вот сейчас вот он перерос в такой в проект ремесленной мастерской, где ребята будут обучаться работать с деревом, выпиливать, выстругивать, что-то делать, какие-то поделки. Вот. Мы обратились в администрацию, администрация нам выделила помещение под это дело. Кружок веду я пока. Родители помогают, приходят и с ремонтом, и с выжиганием, с досками. Ребятам очень нравится самим выпиливать, размечать их, шкурить, переводить рисунки. Стараются везде активно принимать участие и в ремонте. Я надеюсь, что как бы также присоединятся какие-то неравнодушные люди, которые, у которых есть опыт, проводить какие-то мастер-классы, что-то обучать, даже не на постоянной основе, а так вот пришли, показали, ушли. Вот. Пока, ну, привлечь каких-то специалистов в планах пока нету, мы справляемся своими силами, денег у нас пока тоже нету. Вот, поэтому пока сами, мы открыты на сотрудничество, на помощь. Даже могут там приходить другие ребята, это заниматься, это все бесплатно, интересно. Да, хотелось бы привлечь предпринимателей, чтобы как-то, ну, с миру по нитке, потому что нам не так много надо, нам, говорю, там, 20 листов фанеры толстой с линолеумом, ну, или там сколько, кубов 10 бетона. Остальное мы уже, в принципе, нашли деньги уже и на станки, и на все. Вот, надо вот пока вот на это. Я прочитал про Алексея Гузникова статью в этом в книге «Земляки. Неизвестный МИАС». И там... И мама сказала, что он ведет свой кружок выжигания. Я думаю, что это за кружок? И начал ходить, обучаться. Вот, это моя уже третья картинка, которую я сейчас перевожу на фанеру. Когда я сделал свою первую работу, все оценили, даже друзья. Я зажегся этим, и теперь я получаю удовольствие от выжигания.